Вернемся в Россию, да? А как ты здесь собираешься делать бизнес? И правда ли, что ты собираешься строить автодороги в России? Автодороги. Что анекдот? Ну, у меня планы были такие, если честно. Строить дороги в России. Сам проект заключается в том, что сама подушка с химическим составом вытесняет воду. Угу. И при смене температур она не лопается. Это плохо, нельзя ремонтировать. Вот это мне, когда я приехал сюда, мне это бы сказали, говорит, не пойдет это здесь. Ну, я, понимаете, может быть, опять, я наивный такой человек, опять же, может быть, потому что живу опять за границей. Я считаю, что любой правильный политический деятель или руководитель любого региона посчитает нужным и правильным сделать хорошую дорогу. Наивный, да? Все равно в один момент когда-нибудь кто-нибудь сделает, потому что есть хорошие машины, да? А хорошие машины должны ездить. А ты знаешь, откуда здесь берутся хорошие машины? Не знаю. От того, что плохие дороги нужно постоянно ремонтировать. И 90% средств, идущих на ремонт дорог, превращаются в хорошие машины. Опять, в чем заключается хорошее удобство этого проекта? Он по себестоимости только на материале в два раза дешевле, чем простые дороги. Тиандр пришел в город.